Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, положившее конец Второй Карабахской войне, является очень важным шагом в защите прав человека. Как передает Канал 13, об этом сказал государственный министр по делам Европы Федерального министерства иностранных дел Германии, специальный представитель федерального правительства при председательстве Германии в Комитете министров Совета Европы Михаэль Рот в ходе 14-го заседания весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в видеообращении в ходе весенней сессии ПАСЕ указала на важность соблюдения международного права, чтобы избежать в будущем конфликтов, подобных Нагорно-Карабахскому. Порядок на основе правил – это важный принцип сосуществования. Когда суверенитет и целостность государств ставится под сомнение, это противоречит нашим общим ценностям. Мы увидели это на примере событий в Нагорном Карабахе. Совет Европы здесь может играть решающую роль при условии, что все его институты будут сплоченными, подчеркнула она.